Зиной, но отдых у нас сегодня будет необычный, не как всегда, Дотэкш. Мы сегодня испробуем новый вид туризма. Дотэкш, ну что ж, вай, то есть я и вы, мы с вами, Хинс Куса. Здесь с вами вместе как будто находимся, просто ощутите эту обстановку нереально. Очень приятно. Я даже глаза закрыла, очень здесь чух. Крутою. В общем, вот там, буквально за моей спиной, находится сам Казиной Ам. Если я не ошибаюсь, то само это село называется все-таки Хой. Значит, что внутри? Пойдемте смотреть. Я предлагаю сделать прямо экскурсию, провести. Мы заходим сразу в зеркало. Зеркало — это то, что мы очень любим. Здесь также есть вот такой стол, большой чайник. Там еще два дополнительных стула, ну то есть на четыре человека идеально. Мы уже немножко тут бананы, сюда-сюда. Вот так-то мы уже освоились здесь, Чохасхет. Вот, но хочется и вам показать, провести такую экскурсию, потому что мало кто знает вообще, что здесь есть такой вид туризма. Вот эти шторы, они полностью задвигаются, также можно их раздвинуть. Буквально вот за этим окном, буквально за ним, находится горы. Я не знаю, вам видно или отсвечивает. Здесь также из обстановки есть два стульчика, такой вот журнальный столик. Ну, в общем, можно тут поработать, посидеть. Сам домик, он, ну, вы уже видите, да, он такой круглый. Он небольшой, но как довольно немаленький просторный номер в отеле. Здесь также есть двухместная кровать. Кстати, обратите внимание, постельное белье чистое и свежее. Есть два прикроватных столика, кондиционер. Обязательно кондиционер. Здесь вы сейчас думаете, о, в горах еще и прям вот так вот на горе стоят эти домики, да там ничего нет. Здесь не просто все есть. Здесь есть все. Дух куза. Ю. Кетишу. Здесь есть свет. Здесь есть электричество. Более того, мы с вами сейчас идем вот сюда. Я вам полностью обойду. Тут также есть вот такой стеллажик небольшой. Обязательно такая вешалка. И мы с вами сейчас пройдем в ванную комнату. Я тоже вам ее хочу показать. А, собственно, вот она. И она тоже довольно просторная. Есть гель, шампунь, ну и, конечно же, вода. Горячая и холодная. Работает. Ну как все это поместилось вот в одном таком домике? Я, честно говоря, не понимаю. Вообще не понимаю. Тут даже вытяжка есть. Тут даже есть вытяжка. Есть вот такой столик. Можно здесь шашлык пожарить. Хавсиш. Шашлык. То есть здесь мангал. Также для тех, кто умеет, есть еще вот такая штукенция. Вот, я не знаю, хуюи. Кстати, напишите в комментариях, как это называется. Вот так. Приезжайте сюда и попробуйте дотэкш. Знаете, мы, если честно, так спонтанно получилось, что мы решили опробовать именно такой вид туризма. Конечно, летом, сейчас еще пока не так жарко, но летом, я думаю, вообще бомба. Вода, ю, хи, хиду, хиду, чирк, ю, свет, ю, куза, дух, ю, ду. В общем, здесь все есть. Также по поводу территории расскажу. Вот буквально за мной сейчас вы видите один такой же домик и еще таких же два. Еще один зеленый и один еще белый. Они все абсолютно одинаковые. Ну круто, круто. Это такой интересный отдых. Причем мы сюда приехали и с Евой, и с Алиной втроем. Ну, ребенку здесь тоже интересно. Она там бегает, что-то по горам. Вот они сейчас с Евой там гуляют. Классно. На машине сюда свободно можно проехать, дорога хорошая. Вот, и также спуститься к этим домикам тоже можно на машине, вот туда. Все продумали, продумали вообще абсолютно все. Но единственное, я скажу сразу, здесь нету плиты. Если вы вдруг возьмете что-то такое, чтобы готовить, плиты здесь нету. Хума дац, мне кажется, вот этого мангала более чем достаточно. Шашлыки и это просто идеально. А вид... Thank you.